Всем доброго дня, друзья, гусароводы, овцеводы, любители. 18 марта. Вот. Хочу снять очередную матку. Матка третьим окотом. Данная матка, ну, катилась яркой в моем хозяйстве. Получается, 4 года назад я ее переяривал. От Сивановской линии матка. Вот такая. В этом году она нам окатила баранчика. У матки на ушках, подержи, на ушках вот как бы такие, как сережки есть немножко. Вот с этой стороны на правом ухо и на левом ухо тоже одна сережечка. И вот она принесла баранчика вот такого. Он тоже с такими же сережками на ушках. Вот он, вот такой пацан, таким вот курдюком. Хотелось бы отметить, что снимаю я сверху, а не как некоторые специалисты, умники, кто лежа снимает, кто сидя, кто-то писал там, как будто из-под окопа, откуда-то там, из-под земли, скажем так, дабы увеличить размеры там и так далее и тому подобное. Вот снимаю сверху, стою. Вот сейчас замеряем. Еще раз хочу сказать, не великие специалисты, но я думаю, что-то увидите на видео. Давай, держи. Ухо. Ухо. Стой. Вот ухо. Ухо у нас тоже в районе 20 сантиметров. Сейчас этот рост замеряем. Вес ее, ну, не знаю точно. Не буду утверждать. Ну, в районе то же самое, что и та матка, в районе 90-100 килограмм на сегодняшний момент. Так, сейчас рост попробуем. Так, держи вот к ноге. Опускай вниз к ноге. Ага, все, держи. И руку поставь. О, блин, рука. Вот, смотрите. Неудобно. Ну-ка, надо развернуть ее, Олесь. Ага. О, все, стой. Этот еще тут мешается. Ну, где-то в районе... Блин. Где-то в районе 90 сантиметров. В районе 90 сантиметров рост есть. Вот такая наша красотка. В расцвете сил, скажем так. Третий окот только. Поэтому сейчас самое время давать хороших классных ягнят. Так, ну что, отпускаем. Отпускай туда, ага, а то они. Окот у нас продолжается, еще не закончился. Но думаю, с недельку где-то примерно и должен завершиться. Поэтому есть еще время. Так что будем снимать ролики. Выставлять, кому интересно, подписывайтесь на канал, смотрите. По поводу брони, да, много пишут по поводу брони на ягнят. Ярок на бронь нет, ярки все заняты. Есть баранчики в количестве примерно, может быть, 6-7 голов баранчиков есть свободных. Часть тоже забронирована, часть свободных есть. Но еще как бы окот идет, поэтому я думаю, там 6-7-8 штук свободных баранчиков будет. По любой информации лучше писать в WhatsApp. Там ниже ссылки в описании оставлю номер, потому что, ну, долго все описывать в комментариях в YouTube неудобно,
времени много занимает. В WhatsApp намного все быстрее и как бы подробнее можно описать. Опять, это информация для тех, кому интересно. Если просто так что-то, лучше не пишите, не тратьте, пожалуйста, время, ни мое, ни свое. Кто заинтересован, пожалуйста, всегда на связи. Никаких проблем, всем всегда отвечаю. Все, друзья, до новых встреч, всем удачи, здоровья.